Беспечный, как порядок обеспечит? Аварии избегнуть, избежать прорехи. Он, затопив, оставит топящиеся печи, на красный свет с гарантией проехать. Беспечность дом несчастьем наполнит, то режущим, то колющим, то спичкой у детей. По глупости себя узрит уже в наколках, где тишина священна, он думает свистеть. Беспечность обеспечит обрывы и провалы, вперед и на полшага прогляд таким противен. И если не виновен, то на таких все свалит. Зачем же превращаться в рутинность и в кретина? Беспечность с безмятежностью издревле не дружили, и их таких легко враги сметали прочь. Без экономии безбожные остатки растранжирить, любители поспать день превращают в ночь. Где дух воспламенен и дух святой владыка, там семя высеяно щедро повсеместно. И при беспечности в любом зачатии дыры там может вырвать и святое благовестие. Где строго с напряжением, там под контроль ведут, стараются предвидеть возможные нюансы, не рушится строение, не портится продукт и сохранится здравие воистину без глянца. Не дай Господь беспечным суе подражать, чтоб враг умнее нас хоть в чем-то оказался. Беспечное зло, источник словно ржа. Тот не с одной женой отметился и в ЗАГСе. Беспечность троны рушила в лихое одночасье. Пытались как-то глупо что-то наверстать. Что прежнее вернулось, по-новому начаться. Все это невозможно без веры во Христа. Летит и вертится беспечно мокрый шарик, совсем не думая о видимом финале. А у беспечных в закромах охальник шарит. Врага с беспечностью впустили, впустили и обняли. 20 сентября 2009 года.